Всем привет! Сегодня я вам расскажу о тех демонах, которые можно пройти первым экстримом. Ну что ж, погнали! Катаклизм. Легендарный экстрим-демон, построенный игроком Джибоем в версии 1.9. Его многие прошли как первый экстрим. И вам советую, раз уж вы решили взяться за первый экстрим. Ну что ж, а мы поехали к следующему демону, которого можно пройти как первый экстрим. Акку. Это экстремальный 2.11 демон от игрока Нейгефиу. Вообще, сложность этого демона только заключается в легких таймингах и изменении персонажей на быстрой скорости. Да-да, такого легкого демона я еще не видел. Ну, точнее, видел. Но это уже совсем другая история. Ну что ж, а мы поехали к следующему демону, который можно пройти первым стримом. Занатофобия. Это экстремальный мегаколлаб, организованный белорусским креатором Артуманко и проверенный Зиндримом. Сложность этого уровня заключается только в таймингах. И все. Советую проходить этот демон первым экстримом. Artificial Dream. Это экстремальный демон, построенный и проверенным игроком Вирузы. Этот демон довольно сложный. Но его можно пройти первым демоном, так как он очень короткий. Его длина составляет 1 минуту. Не советую все-таки его проходить первым демоном. Но если вы хотите пройти что-то посложнее, то советую проходить этот демон. Ну что ж, а мы приступаем к финальному демону, который можно пройти как первый экстрим. Сабверсив. Да-да, именно он. Сабверсив — это экстремальный мегаколлаб, организованный и проверенный игроком Snowar33D. Данный мегаколлаб был организован игроком Snowar33D. В его создании принимало участие 12 человек, а именно Дизапер, Флуори, Вирт, Дисп, Славик, Сихторлд, Икскор, Респерт ВГ, Чейз, Намтар, Маффин и сам Snowar33D. Этот демон очень легкий и вот точно подойдет в звание первого экстрим-демона. Советую его проходить как первый экстрим-демон. Я вам больше скажу. Его можно даже пройти, когда ты прошел, например, Nine Circles и Fairy Dust. Потому что он настолько легкий, что его можно пройти среднестатистическому игроку. Ну на этом я закончу свое коротенькое видео. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И ссылочка на Нексуса будет в описании. А с вами я прощаюсь. С вами был SayY. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.